Че, народ, всем привет. Трак у нас дома. Вчера заскочил на ярд, часть и драпнул. Значит, конденсат убираем. Небольшой конденсат есть. В трех лампочках. Все лампочки более-менее нормально. Просто чистенькие. Сухие. Главное, с ентой стороны все лампочки сухие. Кстати, вот чуть-чуть есть. Вот тут снизу чуть-чуть есть. Так как у меня здесь все просиликонено, все четенько. И нижняя тоже сухая. А вот на той стороне три лампочки. Конденсат собрался под зеркалом, а тут сверху видно. О, так там еще и булька вон воды. Неужели просиликонить еще надо сверху? Иначе ента у нас четко, ента четко вот здесь, а именно только вот с этой стороны. Вот немного влага. А, снизу тоже капля. И вот ента нижняя. Так что просушим, а там посмотрим. Значит, сегодня уберем вот эти острые, приострые. Фары буду сейчас откручивать. Я их уже откручивал, но хочу опять попробовать срезать внутренности. Значит, не знаю, какие вот эти, кто их делает, да, козырьки. Вот эти козырьки я купил Grand General, и у них получается загнутый конечек. Вот видно, да, вот отсюда пошел именно загнутый конечек, и ты уже нигде не обрежешься. Красивенько такой лыб смотрится. Прям видно, что он чуть такой классно. Значит, их поменяем. А то я в шап загонял до мужиков. Говорю, мужики, только не порежьтесь, потому что я постоянно мою и постоянно режусь об них. Реально острые, как ножик. Снимаем их и будем пытаться LED-шки черные поставим, да? Но это тоже типа темные, блин. Что-то они мне не нравятся. Во-первых, дорогу ни хрена не видно. Но, во-вторых, они какие-то не черные. Берем шуруповерт. Шуруповерт. Болтика. Как вот по-английски называется шуруповерт? А то коммент был классный. Купи себе, дядя Вова, в этом году шуруповерт. А мне и дрелька неплохая, нравится. Так, куда шуруп упал? Москва, алло. Пошла.
Козырек очень легко, просто втыкается сюда. Здесь у нас лып. Так вот, вытаскиваешь, и вы все, и новый садишь туда. Новый так же самое. Не поваляешь, не поешь. Надо согинать трохи. Прокручивается, прокручивается. Так, да? Где-то не так. И не так. Ага, вот так. Чекать ногами поставим. Вот у нас середина как бы. Так. Обязательно Made in Taiwan стикер еще поставили. Тайваньское дерьмо. Ну зачем надо было? Вот зачем надо было стикер этот вешать? Пойду отогревать. А ты че? Пока мы с вами там отогревали, лампочка просто горячая стала. И все бульки уже ушли. Все, четко. Так, мужики, мне кто-то может сказать, почему они такие продают, а? Классно, на 379-м я их использовал. Я реально, посмотрите, какая она здоровая. По сравнению вот с этой. Поэтому и свет у нее плохой. Здесь вон и радиатор стоит. Фара LED-шная, да? Просто массивная. И она сюда, в это отверстие, не помещается. Это прям сделано для этого отверстия. А лента сюда не помещается. По ней идет. Это надо весь вот этот зад прямо так убирать, весь срезать. Останется только один ободочек тоненький. У меня вопрос: будет ли этот тоненький ободочек держать всю эту фару? Я в прошлый раз сидел, кумекал, ни до чего не докумекал. И сейчас вот думаю, стоит это все резать. Это надо вот этот ободок обрезать. Потом внутреннюю снять. Тоже его обрезать, большую дырку сделать в нем. Или как вам нравится отверстие. Ха! А во втором не отрежешь по этой. Да. Мне не подойдут полностью. Зря я их купил. Во второй жестянке. Там заклепки идут вот здесь. Туточки, да. Там меньше места внутри. Она не посадится. Как же так? Почему такой хлам продают? Именно пишут на 359, они подходят. Они не подходят. Так что тут можно сказать?
ставим, погнали. Значит, чтобы поворотник работал, вот это, она должна гореть. Поняли, да? Она ток берет, чтобы она всегда горела. А потом, когда поворот включаешь на желтый, вот желтенький проводочек, она тогда в желтый цвет моргать начинает. Поняли, да? Вот так вот. Плохо, конечно, плохо. А мне эти вообще не надо, чтобы полосы горели. Это классика, ребят. Не должно быть этих длинных полос. Просто круглые лампочки и все. Так что поворот мы с них делать не будем. Все, назад ставим. До конца не сжимаете, надо и полосы выставлять, лампочку ровно садить и козырек, чтобы ровно стоял. Когда уже ровно поставили, отрегулировали, тогда тупки затягивайте. Полосочки ровно, и здесь получается ровно эти сидят козырёчки. Значит, не быть новым фаром здесь, не быть. Thank you.
Так, Тарас, поворотники я докупил, так как мне нравится, чтобы вот та лампочка горела на ярком, на бампере, чтобы ее издалека было видно. То я поворот оттуда убираю, включаю их на яркий, и будем с вами поворотники ставить. Поняли, да, куда? Ну, в фарах я их ставить не буду 100%. Я не хочу, чтобы у меня это была какая-то Century, какая-то Tesla, чтобы горели вот эта полоса, чтобы они моргали. А впереди поворотник надо, на зеркале одного не хватит. У меня под зеркалом поворот сейчас и снизу на бампере, и все. Здесь надо впереди еще поворотник, чтобы был обязательно. Отлично, козырьки на месте, фары на месте. То есть фары я крутить не буду грайндером. Лучше какие-то LED-шки подыщу еще получше. Народ, у кого такие фары 359-го, посоветуйте, какие самые лучшие сюда поставить. И не те, которые там с обогревателем, да, за $300 каждый. Они мне здесь не надо. У нас зимы буквально на неделю. Мне самое главное, чтобы в дождик дорогу видеть. Поняли, да? В дождик. Значит, для новых подписчиков, кто не видел, это у нас грязь. Крыло такое было. Планировал покрасить этим летом, которое прошло в том году. Ну, не хватило нам лета. Значит, все, отлично. Эти загнутые, четенько. Супер. Так что пересмотрите видосик за сентябрь того года, когда я его убрал. Нет, в сентябре того года уже год ему был. Значит, поза того года, когда я трек купил, крыло такое было, я сразу показывал. Еще у дилера. Только надо будет баки покрасить, панели под кабину и под спалку. И крыло сразу левое. Может, даже и правое тоже перекрасим. Значит, бампер я ничего не делал. Ржавчина уже пошла, так кром облез, хорошо ввалила, труба попалась, не знаю откуда она взялась, а флатбет говорит, что он не с него свалилась,
Там практически-то больше никого не было, груженных не шло. А труба, если бы лежала на фривее, то она бы просто лежала. А она летела. Откуда-то просто свалилась и летела, и мне в бампер. Хорошо, что я низко от земли шел бампером, иначе бы она бы полетела бы мне под трак. И мне кажется, наворотила бы больше там дел под траком. Так что бампер защитил кое-что. Бампер у нас French License Plate или Recessed называется. Именно вырез в бампере. Под номер, да? И специально взялся эти. Во-первых, Miter End. Уже ржавчиной покрывается. Ржавчина такая поверхностная, смывается. И вырез под оригинальное крыло. Сочетание. Ну и лампочки наконец-то мы с вами установили. Стекляшки. Стекляшки с LED-шкой внутри. Ну что, один трак с шапа отгоняем, а другой загоняем. Как-то вот так. Со своим я закончил. А теперь на Тёмином траке начнем. Так что продолжаем следить, мужики. Если кто-то еще на Петрухе не катался, то нате, покатайтесь, даже порулите. Опа-на! Дороги левой полоса закрыта. Чё, мужики, выпьем Coca-Cola Classic. Ой-е. Значит, Coca-Cola я люблю со стеклянной бутылки, а Pepsi по барабану. Пенки сколько. Так, на улице дождик идет, ветерочек что-то разыгрался не на шутку. Так что, мужики, мы работаем на траках, когда у нас погодка. Как только солнышко вышло, сразу что-то крутим. А остальное время дожди, сами понимаете. Ответы по вопросам, да? Почему такой длинный рычаг переключения КПП? Раза в два нельзя укоротить? Можно. Но мы не для этого его удлиняли, чтобы потом укорачивать. Как у вас там погода? Вова, по ящику показывает, что во многих штатах шторм, снег и т.д. Шторм идет 100%. Пол Америки в снегу, а у нас дождливый просто шторм и все. Так что Вашингтон пока... Ну как Вашингтон? Нельзя тут за весь Вашингтон, да, говорить? У нас через перевал переехал час отсюда и все в снегу. Та же самая Монтана у нас в Вашингтоне по 90-ке. Так что снега серьезные, да. Везде валит, всех заваливает. Привет, Володя, с наступающим. Пусть все сбудется. Вопрос. Я видел, что ты взял новый прицеп тягать контейнера. Не понял или пропустил? Ты рассказывал, почему ты его поменял. Извини, если глупый вопрос задал. Значит, обычно мы тягаем двадцатки тяжелые. Потом перезвоним. То получается, босс нам дает... Это все босса часи, это не наша часть. Мы с Тёмой свои части не имеем. Часи — это прицеп, да, на который возятся контейнера.
То если босс мне дал двадцатку тяжелую, то я обычно уже зацепленный с одними и теми же частями беру двадцатку и погнал. Но на эту двадцатку можем две двадцатки поставить пустых или одну посередине. Для веса она ставит посередине, тяжелая двадцатка или сороковка. Вот такие части у нас. 20-40 называется, 20 или 40. Можешь возить на ней. И получается мои части, что-то я не помню, что-то я вытащил. А, да, для кого-то я вытащил, куда-то в Монтану или что грузы да идут. Я туда не собираюсь ехать. Я привез их в ярд. А он говорит, зацепи мне сороковочку просто. Просто сороковочку. Но у нас просто сороковочек нема. Они все супер части с многими колесами. Много акселев. Аксель это у нас оси, да? Многоосные части получается. И только сороковку. Потому что мне надо было на Орегон сороковочка. Все, понял, зацепил те части и погнал дальше. Так что вот такой у нас оборот постоянно. Если этих прицепа нема, я беру другой прицеп и погнал дальше. Своего прицепа мне не надо. У босса их много. Я приехал на ярд, взял себе какие надо и поехал дальше. По прицепу, я думаю, поняли, да? Дядя Вова, а куда делся тот пикап, который мешал заехать на разгрузку? Где-то под прицепом остался. На ось прицепа намотала. Ну не, вы же помните, да, вот в Орегон, когда последняя ходка наша была в Портленде, загрузка, то я подъехал ему, говорю, мужик, сдай назад чуть-чуть, чтобы я заехал туда во двор. А он мне сказал, хорошо, я, говорит, протяну лучше. То он просто протянул. Поэтому в камеру он не попал. Он протянул, я сдал назад, заехал нормуль. Так что спасибо за вопрос. О, а где бомж в сейлами? На съезде с рэмпа у выезда на Front Street Northeast. Непорядок. Видимо, его уже покормили. Да, бомжи там всегда стояли. Это как мост мы переехали через речку в Сейлами, да? И ушли с моста налево. И с правой стороны, как поворачивать направо на улицу. Всегда там палатки были, бомжи стояли. Ну, в этот раз все почистили, молодцы. А потом я еще вам дальше показал. При заезде на пятерку, там справа тоже на светофоре был. Бомжатник палаточный. Тоже все почистили, так что Сейлом молодцы. Другой пишет, у него что, Детройт? Почему дымит? Это Петребилд я потом, да, снимал. Дымочек пускал. А какой-то старый двигатель. Как я говорил, это трак был до 93 года. Старенький. Там мог бы и Детройт стоять, мог Каминг стоять, мог Caterpillar 3406B механический. Они все дымели. И они все до сих пор дымят. Поэтому их убирают, эти траки, с дороги в связи с экологией. В Калифорнии уже давным-давно таким траком нельзя ездить. Дядя Вова, вообще спишь? Что не начало серии, то ночь. Ну, ребят, как-то, когда флатбеды, да, я возил, то я старался диспетчеру своему говорить, что сделай мне аппойнтмент на 10 утра. Так как ездим в Орегон, в 10 разгрузился, в 12 где-то перезагрузился и назад домой. А уже на следующий день я уехал где-то в Сиэтл и разгружал, я не торопился. Контейнеры немного не так. Контейнер надо успеть разгрузить рано утром. Всегда обычно 7 или 8 утра у вас appointment. В 7 утра надо быть в Орегоне или 8. Разгрузился, потому что иногда 2-3 часа занимает контейнер разгрузить. Никогда не знаю, сколько займет. Иногда полчаса, иногда полдня. И потом тебе надо его успеть сдать его назад в Сиэтл. И потом где-то, может быть, в другом порту загрузиться на следующий день. И вот так это контейнерный бизнес работает. То всегда едешь полночи. Полночи валишь туда, разгружаешься, там, может быть, с палки повалялся пару часиков, покемарил и назад. Вот такой рабочий у нас день получается. Дед Вова, а не мешает свет на козырьке? Нет блика на стекле? Очень много этот вопрос задавали после того, как я поставил эти яркие лампочки на крышу, да?
Нет. Так как блеска в салон, мне в глаза его нету. Просто желтый козырек стал и все. Мне оно не мешает. Никак не влияет мне смотреть на дорогу. Так что и желтый цвет, по-моему, он на глаза так сильно не действует, как бы синий, да, был бы. Так что все нормуль, все по теме, синокос. Привет! Я заметил у черного петрушки выхлоп и вверх, и вниз. Зачем и почему? Значит, ребят, я уже снимал своего даже другана, темно-серый, да? Charcoal Grey получается. А петруху, или Lamborghini Grey, мы его так называем. Серого. У него так же само называется Dummy Stacks. Ну, Dummy это типа того, тупой, ну, тупые глушителя. Дословно не могу перевести Dummy. Ну, короче, Dumb and Dumber, как переводится фильм, помните? Dumb and Dumber, Джим Керри играл. Тупее тупого. Ну, значит, тупые, да? Получается, у них снизу оригинально идет труба выхлопа, а сверху вот эти восьмерочки просто ставят для красоты, и все. Ты же не будешь без них, без труб ездить. То ставят их для красоты, и это очень классная тема. Вот мои уже глушителя прикипает к ним, вот эта вся соль, я не знаю, какой-то ерундой посыпали. Дороги, да, у нас, то они нагреваются, и к ним все прикипает, что потом надо ваксы стирать. Простой соп, мыло их не берет. Или надо асетом их мыть, трубы именно, или потом полировать их ваксой, счищать. То поэтому Dummy Exhaust лучше, чем рабочий. И вода с них затекает и стекает. Кстати, вопрос давненько уже был, да? Вода стекает, не надо там ведра на них ставить. Ну, конечно, затекает, ребят. Ну, что за вопрос такой? 8 инчи трубы. Туда и снег попадает, и вода, и все, что хочешь. Потом завел трака. Поехал. И все сразу выкипело. Все сразу сгорело, вся вода. Никак не отдыхается. Не отдыхается. А почему крас больше на автокар из 70-х по коже? Ну, это вроде и есть автокар. Я же как-то про него говорил, да? Это там, Ferndale. Кстати, может быть, в понедельник поедем опять туда загружаться. Просто как-то мне похоже он на крас, да, такой какой-то. Капотчич такой ровный, как у меня на Питербилде, на моем кразе. Мне кажется, эти белые лампы на крыше светили гораздо ярче раньше. Неужели так быстро деградировали светодиоды? 100%. Мы даже эти же самые лампочки Тёмина фильтра поставили, кто помнит. Он с ними буквально денечек покатался, а может быть неделю даже, не помню. Они очень ярко светили. И все, и прошел вот сколько, буквально год. Год и 3 месяца прошли, и все, они уже еле-еле светят. Такие бедняги, я их все подрезал под самый корень и выкинул их в мусорный бак. Все, они свое отходили. Я их купил в Амазоне. Китайское дерьмо. На годик. Так что да, не берите на Амазоне лампочки. Берите в нормальных хромированных магазинах для траков. Дед Вован, зачем торопишься? На боковых надо было перед силиконом феном просушить. Ребят, я все полностью тряпочкой, это зелененькая у меня тряпочка есть. Я вытирал линзы, полностью вытирал. Они у меня потом стояли, я потом все остальное вытирал. Потом силикончиком проходил и потом только ставил на сухую. И все равно есть... В некоторых водичка. Вова, привет тебе из Киева. Привет, Киев.
С Новым годом, здоровья, удачи тебе и твоей семье. Что с баннером? Выровнял вмятину? А, бампером. А, нет, так как я уже показал в начале этого ролика, бампер я не выровнял, времени не было. Будет как-то время, снимем с Тёмой, так как мне надо реально помощь кого-то. А что такое инч? Ну, наверное, дюймы по-вашему. Все верно, только вот надо что-то делать с расходом, потому что у Алекс Палы расход 8 миль на галлон. Интересно, еще сколько у Тёмы. Кстати, у Тёмы, он уже проверил с этими тяжелыми с Ферндейла, там по 48 тысяч паунтов внутри в двадцатке. Мы идем, получается, 84 тысячи гросс у нас, да, все вместе с траком, с контейнером, с часами. И 6,8, 6,9. Он уже посчитал, по нулям ставил, полные баки бухал. Так что у него расход нормальный. Для Caterpillar это вообще шикарно. 6,8, 6,9 с тяжелой двадцаткой. У меня, к сожалению, если я 6 делаю, то я уже довольный. Раньше была, как я говорил, восьмерка. Потом что-то начал потраивать. Я думаю, все-таки это инжектора хреновые. Какой-то инжектор льет. Ну, тесты все делали. Говорят, нормальные инжектора. Но что-то я все равно думаю, надо снимать их все 6. Завести в шоп, чтобы они мне их переделали и делов с ними. То, что расход топлива реально упал. Кстати, Алекс Палы, последний видос твой смотрел, как ты во Флориде загрузился уже. В Нью-Йорк, да, у тебя был с Нью-Йорка, потом в Саут-Каролайну. Трак этого помятого привез, снял. Потом разгрузился в Джексонвилле, перегрузился и попер. И так и мы не поняли, ты доехал, да, до Нового года, добрался до дома? Я так понял, что да, ты говоришь, 29-е, да, число было, а тебе оставалось там, по-моему, 14 часов ехать. То я думаю, ты добрался до Нового года. До дома. Так что молодец, красавчик. С Новым годом тебя, Алекс. С наступившим Новым годом. Всех вас, мужики. Дядя Вова, если ты бы продавал этот трак, сколько ты бы просил за него? Да, народ, такая тема щепетливая. Во-первых, я его так продавать не буду. Как если какая-то поломка с мотором, я его продавать не буду. Буду ездить, пока она наружу не выйдет. Ну и тогда Caterpillar'а поставим. Нашего любимого котеночка, да? Вот тогда можно будет просить за него где-то 150-160 тысяч. Так как буквально 2 месяца назад можно было просить за него 250 тысяч с Caterpillar'ом. На данный момент мы уже сотку потеряли. Так что траки сейчас не продаются. Цена очень быстро падает. Сколько она будет на следующий месяц, никто не знает. Так что рынок упал. Посмотрим. Продавать мы его не собираемся. Как бы меня в траке все устраивает, кроме коробки и мотора. Но это можно заменить. Это под замену пойдет. Кто там опять на 770-й Скании катается? Зато в США легально 70-75 миль можно ехать. А где на этой Скании под 120 км в час он будет ездить? На диване или на скамейке во дворе? Ну, шутники. Вова, не обращай внимания, а то еще про Volvo EU вспомнят. Или EU. Тоже, которая, да, 700 с лишним кабел. Читал я про них, да, ребят, мощные траки. Но оказывается, мы их с вами только на картинке видели. Ну или на гугле-мугле, на ютюбе. Дядь Вов, не устал работать? Ну не, я же не работаю. Я же просто на петрухе катаюсь. В свое удовольствие. Мою работу работой нельзя назвать. Подушки не опускаешь перед тем, как банку снимают? Ну, и, видимо, контейнер, да, снимают? Обязательно.
У меня есть deflate airbags, включил кнопочку, спускаешь. Как только пакер начинает подъезжать, ты раз, подушки спускаешь задние. И он успевает, пока попал тебе, пока поднимает, и подушки уже спустились практически, и поехал. Потом выключаешь и погнал. Обязательно, я уже это объяснял в своем видео, потому что если он поднял, ты не спустил, они очень быстро, с очень быстрой скоростью просто бум, и поднимаются на всю, подушки вытягиваются. Фух, и воздух в них набирается. И в этот момент может произойти выстрел подушки. Не, ну а чё? Да ты чё? Дядя Вова, в крыше не хочешь люк забабахать? Мы у Тёмы снимать будем. Во-первых, текёт со всех щелей. А во-вторых, солнце попадало летом. Прям в голову, прям в глаза. Так что Тёма люк свой будет срезать. Будем фиберглаз за это самое налаживать. И... будем всю крышу перекрашивать вместе со спальником, да? Всю эту крышу, часть. Будем перекрашивать. И зад спалки, я так понял. Тёма хочет перекрасить. Какой нос, какой нос? Очень неудачный ракурс камеры. У меня прям там все сжимается. У меня тоже от холодного душа. Вова, а почему у тебя нет регистратора? У меня есть регистратор, ребят. Висит у меня регистратор, все нормально. На лобовухе. Прям за моей навигацией, да. Как относишься к цифре 13? Не веришь к забобонам, что невезучая черновая дюжина? Ребят, я... как это слово? Суевер, да? Я не суевер. Я только верю в Бога. А Бог создал число 13. Так что это нормально. Понимаете, да? Это нормальная цифра. Никому не верьте. А то будете верить, что это самое. Если кот там перешел в черных носках через дорогу, то все. Кот, да кот, как кажется, хоть в белых носках. Не верьте всякой глупости, да? Глупотень это все. Это все началось с ковида, с развода. Ковид, как он пишется наоборот, ковид, дивок, дивок. Это дьявол, поняли, да? Все это дьявольское. Все это земное, грешное. Да, Вова, в порту ты как у себя дома, все знаешь. Где что находится. Или бывает, что ищешь. Ребята, бывало буквально, вот когда я вернулся с Латбеда, да, первую неделю. Тёма, алё, Тёма, вы что тут понаделали, пока меня не было? Короче, бывали такие моменты, что где-то что-то поменяли, пока меня 2,5 года в портах не было. То искал. На Хаске не мог разобраться, где там эти самые пустые снимают. И потом груз где берут, там еще добавили краны в конце порта, то тоже об этом не знал. И на 18-м что-то я звонил Тёме. На 18-м говорю, что здесь это самое? Как здесь брать, да? Уже не краны убрали, видимо, мало бизнеса у них. Краны запарковали в конце терминала. И все пакерами. То я Тёме звонил, говорю, объясни мне тут, что, зачем, да почему. А так все порты одинаковые. Все, что это самое было, то и так и есть, то так и осталось. Так что я как у себя дома, как будто никуда не уходил. Приветствую. Дядь Вов, когда кажется, креститься надо. О, еще один. Я надеюсь, это просто русская шутка. Никто так не делает. Или там плюет через плечо. Или там по башке себе, да, по дереву стучат. Дебилизм, одним словом. Дядя Вова, привет! Я поднимаю гантели по 5 кг 11 раз. А вы сможете? Спасибо за интересное видео. Ребят, я даже 5 килограмм не знаю, сколько это. Много, мало. Кто его знает? Кто его знает?
потянет ли мой большой живот 5 кг. А раньше, ребят, раньше, когда я учился в школе, было 6 этих самых кубичек, да? А сейчас один большой кубичек. Так что кто его знает? Поднимет дядя Львова 11 раз или нет? Дед Вован, а где рождественские каникулы? Ну ты чё в самом деле? Ну а ты чё в самом деле? Какие каникулы? Мы чё, в школе что ли? Мы чё тут в игры играем? Сидят они тут в игры играют с Канью 770 лошадей. Да. Шучу, ребят, шучу. Просто работу дали, я поехал и все. Никакие каникулы. Дядь Вов, а CX-15 радушенный? Радушенный? Да ты чё прёт, как кят? И за накладкой же руляка железный. Удобно? Али привык? Да, очень много это самое в этих вопросах. Ошибок. Так что, ребят, пишите без ошибок. Ладно, мне прощается, да? На родине не был 34 года. Вова, ты какой веры? Католик? Нет, я никто. Я все вероисповедания, все приветствую. Так что, будь ты католик. Как-то я отвечал, да, что мы верим все в одному Богу. Один Бог на небе существует. Так что, если ты веришь, что Бог послал Иисуса, да, чтобы он родился через Марию, Мария его родила, то мы верим одному Богу. Если вы не верите в Иисуса Христа, что он пришел на землю спасти народ свой, да, то извини, мы верим в другого Бога, в разного Бога, и все. Все, кто верит в Иисуса, вот в того я и верю. Такая у меня религия. Ну, а теперь зачитаем два стишка. Ремесленнику опять огромный привет. Пишет: о Вашингтоне и Сиэтле дождик льет день напролет. Это то, что он до сих пор валит. Едет, едет дядя Вова, едет, песенки поет. Люблю петь от души, хоть и не умею. Так что извиняйте, если не в тему, если не попадаю в ноты, но пою. Про Петруху без подсветки и про дяденьку в окне. Про четыре весовые и про синие огни. Кофеечек с карамелькой прикупили по пути. За рулем его вкушая, покатили мужики. Отлично, спасибо. Вот всегда в ритму. Вот здесь чуть-чуть не в ритму, но прочитаем. Иван Яковлев, спасибо за маленький стишочек. Новый год уже настал, Вова трак домой забрал. В пятюню лампочки вкрутили и немножечко помыли. Сели в спальник и погнали, и ездою наслаждались. Вот концовка что-то я не понял, слегка не подошла. Ну ничего, в следующий раз мы лучше что-то придумаем, забабахаем. Так что все, народ. В конце видоса, сейчас поставлю фоточку, темно-серый цвет, как я хочу свой перекрасить, да? И именно синяя рама. Тут она чуть-чуть, по-моему, светлее моей. Но я думаю, моя синяя тоже пойдет. То прокомментируйте, что думаете. Вот такой темно-серый цвет. Забабахать. Lamborghini Grey. У меня уже даже коут есть краски. И раму синюю оставить. Будет смотреться или нет? Ну а вам всем спасибо, всем пока. Если что, то это не мы, нас там вообще не было. Так что прошу простить и понять. Что нам с тобой делать, бродач? Ребят, ну, понять и простить. Ну, год все-таки, ребят. Ну и по 300 рублей срыло, как-никак концерт руки, да?